Ну что, гуляем мы все еще по Рифмолу. Маленький, прикольный, уютный мол с хорошими, интересными ценами, распродажами. Сравнивал немножко его с огромным молом Дубая. И сейчас мы увидели магазин Brand For You. Впервые мы увидели его в Абу-Даби, в Marina Mall. И там очень хорошие цены, бренды по, в принципе, как по низким ценам. Но мы пойдем посмотрим, сейчас все покажем, все расскажем, подписываемся, ставим лайк. Какой ассортимент, может тут да. Интереснее, потому что все-таки в Абу-Дабском было так, так, скажем откровенно. Хотя мы там купили мне очки Tom Ford, тебе очки купили, да? Да, да, да. Так, где этот прекрасный налево. Магазин? Налево. Налево поворачиваем. Вот уже видим надпись Brands For You. Есть Brand For Less магазины, а есть Brand For You. И в этих магазинах вы можете найти такие знаменитые бренды, как что у нас там было? Хавали, Кельвин Кляйн, Флоран. Ну, такие вот по очень как бы низким ценам. Ну, вот мы очки мне Tom Ford купили, мне они понравились. Кстати, видео оставлю в описании. Наши несколько походов в прошлом году, когда все еще было все закрыто. В Marina Mall в Абу-Даби. Ну, давайте посмотрим. Brand For You. Brands For You. Давайте глянем, что это за магазины. Да, это у нас уже столько покупок. Но вот цены уже нравятся. Я не знаю, что это. А что это? Ну, я не знаю. Просто там были цены тройные. Я не помню, что там что-то было, стоило 49 дирхам ягуар. Что-то стоило. Ну, может, парфюмы, как ну, по таким ценам и есть. ГС-65. Эти какие-то очень красивые коробочки. Вот, новые прибытия, новые товары. 95. Hello. Hi. Ух ты. You have big store. We were in Abu Dhabi. It's smaller. And Brands For You also? Yeah. In Marina Mall? In Marina Mall. In Marina Mall. It's small in Marina. Yeah, it's small. Mostly perfume. Вот это да, ребята. Так он намного больше, чем в Marina Mall. Все понимаете? Оно как duty free. Ух, и Наташа, по-моему, чем-то заинтересовалась уже. Ну, покажу вам цены. По крайней мере, смотрите. От 65 до 330. То есть разные цены, разные бренды, разные парфюмы. И как, в принципе, говорится, как они сами себя рекламируют, здесь намного дешевле. Gucci, Barbara, Yves Saint Laurent, Prada, Guerlain, Versace и другие. Вот мисты. Ага. Наташа в восторге. Смотрите, мисты, что это такое? Это как парфюм и вода смешана. Я очень люблю такие места. Много мы видео сделали, особенно на обзорочку наших любимых магазинов Bath & Body. Bath & Body Works, если вы находитесь в Эмиратах, вы сегодня их увидите, их найдете. Ну, давайте посмотрим, что там. Наташа, помнишь какого-то парфюма, конкретная цена, вот, чтобы ты сравнила сейчас? Нет. Или мы не можем сказать, да? Что мы так смотрели, и когда летели в Duty Free, и когда покупаем, ну вот... Ну, я так провожу примерно, но я даже не могу сказать, что показать такое вот. Может быть, в интернете дешевле. Да, то есть, смотрите, цены все, вот смотрите, вот 100 дирхам, а это $27. Я не могу так сказать, действительно, оно дешевле, дороже, но здесь оно преподносится, как то, что оно намного дешевле. Вот Армани какой-то. О, Элиен, помнишь, мы покупали тебе Элиен, вот, Элиен Муглер. Нет? А какой мы покупали? Нет? Нет? Почему я их помню? Потому что, наверное... Мы их смотрели, может? Ты, по-моему, еще сказала, что это последние духи там оставались, или не, нет? Не-не-не. А ну, сколько это? How much is? Alien, мадам, 220, мадам. 220, 220. 220, но это Sun Sense, это какой-то фланкер. А вон какой-то муглер еще. Муглер, а это что-то оригинал. Мне знакомое, а мы никому в подарок не покупали? 295, нет. 295, нет. Ну, честно, не знаю. Это классный аромат, я его люблю на других людях. Да? Понять, серьезно. Прикольно. О, Давидов Coolwater. Вот только что мы смотрели, тоже 75, кстати, было в том магазинчике, который я показывала в прошлом видео про Рифмол. Интересно. А ну вот Наташа уже как бы учуяла цену. Вот этот я более-менее знаю, по-моему. Для Пантеры? Ну, по цене парфум. А сколько здесь объем? Сколько здесь? 260 он стоит. Да. И объем 75 миллилитров. Вы что-то скажешь? Вроде бы такая хорошая цена. Хорошая цена, дешевле, да? Но мне кажется, наверное, можно найти парфюмы дешевле, наверное, можно найти дороже, да? Да.
Да. Как вы, наверное, со мной согласитесь. Иду там дальше показать вам. Ну, люди, если в Дубае есть минутка заглянуть сюда, в Reef Mall, которая находится на станции метро Зеленой ветки Салях Аль-Дин, я вам советую так показать какие-то дезодоранты Captain America. Ну, не знаю даже. Кремики всякие по 15 дирхамчиков. Ну, давайте уже к вещам перейдем. Это шампунь какой-то, может, популярный. Luxury, или как мы любим говорить, лухури. Шауэр гель. Ну, в общем, гель. Так, ну ладно, Ванташа, по-моему, в парфюмах я ее потеряла. Поэтому мы с вами пройдем дальше в очки, наверное, в очки, в часы. Ну, посмотрим вообще, что здесь может еще быть. Так, ароматы уже не смотрим. Часы. Часы, ну, я не знаю, кого часы интересует. Нина Ричи. Наверное, все 239. Я не знаю, как бы, как по вам. Мне кажется, для часов нормальная цена, в принципе. 149 дирхам. Люблю такие большие часы, вот, красивые. Или с зеленым циферблатом. Тоже мне почему-то такие часы нравятся. Полис, Черути или Церути, поправьте меня. 649. А вот за 59 есть часы. Скажете, в Дубае купили? В Дубае? А фирма Steel 19. А, все еще 19. Ну вот, если кому-то 19 или меньше, хороший подарок будет. Дальше такие прикольные, супер драй, очень сухие. То есть в них плавать, наверное, можно. 219. Что еще там? По 199 есть часы. Ну, давайте по очочкам пройдемся. Очочки я люблю. Michael Kors все по 399. Роберто Кавалли 575. Но там очки, не помню, в какую цену были. Надо присмотреть видео, по-моему, дешевле. Том Форд 700 почти нет. Мы мне покупали за 300, по-моему, Том Форд. Однозначно дешевле были. Emporio Armani 400. Дальше есть Polis 420. А вот Ray-Ban по 299. Это неплохо. Там, по-моему, было дороже. Вот такие мне нравятся. Прикольные очки. Зеленые и синие. Что еще? Oliver's People 350. Нина Ричи 399 и Валентина 399. Симпатичные женские очки в таких оправах. Что еще есть у нас? Азара. Наташа такая фирма, ей она очень нравится. Вот Азара. Дальше Ральф Лорен 350. Мне Ральф Лорен нравится. Акли 420. И Монблан, да, 700 почти. Ну, не знаю, как вам сказать, дорого, недорого, не скажу. Дальше всякие идут браслетики, броши непонятные. А, все понятно, уже за 45. То есть любой аксессуар здесь за 45 стоит. Что же они так музыку громко включили? Такие вот прикольные тапочки. 139. Нет, это дорого. Мне кажется, за 139 это дорого реально, ребята. Что там за 2 дирхама что-то есть? Боже мой, что-то бывает за 2 дирхама? Что это? Что это такое? А, свеча. Я чуть не расколупала уже, но это свеча. Так, мы сейчас идем, посмотрим вещи. Так, ну что вещи? Есть 189 дирхам, есть Фила 199 и есть лакосточка 229. Ну, так, я так поняла, здесь все... А, тут вот уже показано, что стоит лакоста, Фила и другая фирма. Ну, понятно. Хорошо. Давайте тогда так. Вот есть какая-то фирма за 79, но ниже стоит, видно, показывается 199. А, это, простите, Ральф Лорен. Ну, интересные такие мокасинчики. Мне вот зеленые нравятся и синие. Можно на подарок взять. Рибок пошли дальше. Рибок. Так, что у них? Это не Рибок, это что-то за 69, но этот бренд даже не знаю. Рибуки, да, за... 189. Ну, в общем, кроссовочки есть разные. Помню, мне какие-то там желтенькие понравились. Так, по-моему, мне понравились в магазине Brand Fallace, но я даже не смогла их померить. Почему-то я и забыла, короче, замоталась. Ну вот, смотрите, эта фирма все еще 19, Steel 19. Боже мой, ну я не знаю. А что, в 19 такое носят? Не, что-то мне здесь вот не очень, кстати. Так, ну идемте дальше. Наверное, буду вам приближать, чтобы вам было получше видно. Зачем-то играет музыка очень громко. Я уже повторюсь, чтобы мне еще видео не забанили. Вот симпатичные все ботиночки по 79, да, они? Да, вроде по 79. Дальше 199.
такие вот туфельки. Ну, хочется найти что-то вот такое, что-то такое. По-моему, эту фирму видели в прошлом магазине, который я показывала в прошлом видео. Вот, Фила. 129. Я не скажу, дешево, не дешево. Это Wrangler. Wrangler, ну, симпатичный. 120. Мне вот это нравится. Макосишки или кеды 129. Симпатичные. Но эти симпотные еще как-то. Хорошо, дальше, что здесь еще есть. Фила. Ну, вот такие кроссовочки. 219. Вот, что-то мне, по-моему, мальчик сказал. Ну, ладно. Пойдем-ка мы подальше пройдемся и посмотрим, что есть еще. Так, здесь от 42 до 89. Ну, давайте глянем, что-то давайте вниз самый сядем. За 49. Ну, вот такие за 49 продаются. Эти вот тоже 49. Угу. Вот такие симпатичные вьетнамочки. Сколько? 42. Ага. Это вот то, что за 42. Что у нас здесь? Вот. 49. А какие же за 89? По 42 пошли. По 42, по 42, по 42. Ой, детские прикольные топусики. Лакостик. Почем? Ого, 99 лакоста. Ну нет, народ, это не могу сказать, что это дешево. Сейчас по 69, вот, но это детские размеры. Это все детские, детские, детские. Что здесь дальше? Рюкзачки всякие. Не, ну если денежки есть, то вот такие симпатичные, допустим, за 159. Ну классные. Такие детские размерики. Так, что у нас дальше? Мы идем, посмотрим уже вещи. Вот шла вещи, заметила полотенечки по 20 дирхам всего лишь. Надо будет глянуть, кстати, очень симпатичные по 20, кошелечки по 22. Все еще эти вот лакшери гели по 8, что за гели такие, интересно. Ну что, ворвемся в женские сумочки по 360, что за фирмы такие? Скажи мне какую-то классную, прикольную фирму здесь. А, Черути, ладно, показали. Окей, 549, вон красненькая. Наверное, я отдалю. Что-то так приблизило. Ну, 360. Не знаю, это Наташа у нас специалист по сумочкам. Да ей будет здесь интереснее походить. Ну, что у нас здесь дальше? Ой, какая симпатичная. Вот это мне и нравится. 110. Красивая такая, не знаю даже. Что вам сказать, как, ну, прикольная барсеточка. Вот, по 129 сумочки. А что за сумочки вообще? Тут же какая-то фирма должна быть. Фирма. Так, фирма. Кто узнал эту фирму, вы мне напишите в комментах, пожалуйста. Что это? Крис Белла. То ли Крис, то ли Белла. Ладно, короче, сумочки. Такие рюкзаковские прикольные. Что дальше? Угу, мне симпатичная вот такая вот, что это, за 109, за 109, и вот 109 сумочки, вот это вот смотрится, за 129 симпатично, еще много сумочек, ну и дальше уже вещи идут, есть вещи бывают в одном размере, а есть вещи, бывает, что их несколько висит одинаково, но вот там в основном в Абу-Даби, в Марине Молл было как-то по одной вещи. Симпатичная, да, 65 такая себе, выйти на прогулочку. Мне что-нибудь такое интересное, да, вот, вот написано бренд for you. Бренд for you, если возле вас есть, зайдите посмотреть обязательно. Том Хальфигер Деним, это как Томми Хальфигер, 149. Это видно в одном экземпляре висят брючки, видите, да? Симпатичная такая штучка. Очень такая мягкая, за 49 дирхам. Интересно, что за фирмочка такая, не могу понять. Не ясно, что за фирма. Тут уже пошли вещи, да, как я называю, как секонд-хенд. Уже пошли в одном экземпляре. Так что здесь можно порыться, покопаться. Давайте что это с вами сделаем. И найти какую-то классную, аутентичную вещь, которая будет в одном размере и которая будет доступна. Так, что-то здесь я не вижу каких-то бирок таких. Ну вот что, покажите мне, что это. Ring of Fire. Ну я не знаю такой вот фирмы, чтобы конкретно. Что это за труселятки такие здесь? Так, топички спортивные. 39. Ну, не могу сказать, что это очень дешево. Не могу сказать. Можно в спортивных магазинах найти
получше. Вот фирма Sandra, джинсы, по-моему, в Киеве в такую фирму заходили. Но я не скажу вам цену, непонятно. Что ж там с ценой-то? Ну, как вот вещи прикольные, яркие, мне нравятся. Вещи прикольные, а когда мы зашли в Абу-Даби, помню, в Brand for Less. Два магазина, Brand for You, Brand for Less. Посмотрите видео обязательно. Так там люди просто так рылись, и вещи такие были грязноватые, знаете, как на секонде, реально. И Наташа говорила, что ты пишешь, что это секонд? Ну, реально, выглядело как секонд. Вам купальнички симпатичные. 59, это недорого, но для Дубая особенно 59, да, купальнички, что еще у нас здесь есть, тоже 59 и еще 59, ну вот все купальнички такие, по-моему, по 59, вот еще, это, наверное, вот это одни шорты еще. Так, давайте что-то смотреть еще, рубашечка симпатичная, не знаю, это мужское дело уже пошло, это унисекс рубашка, Томми Хильфигер, как я четко выхожу на Томми Хильфигера, 183. Видно, что нам не понравилось. 183. Ну, нормалек так. Дальше джинсики. Что у нас? Дизель идет. Нашли уже дизель. Давайте уже найдем и цену на этот дизель. Непонятна мне цена. 99. 99 это $27. Я вам так скажу. Симпатичные здесь вещи. Мне нравятся. Мне нравятся. Даже вот такие вот шортики вот прикольные, да? Что это у нас такое? 79 дирхам. Что оно такое? А, это фирма DC Joe. Если я сказала неправильно, поправьте меня, не вопрос. Я с вами соглашусь, что это у нас такое. 85. Такие прикольные мужские шорты. Полис бренд, который, мне кажется, очень хорошо будет стираться. По 59 джинсы. Смотрите. Only M&Z Jeans NAKD. А, это вот же женский Ladies Pants написано. Значит, что футболочка тоже, я так поняла, была женская. Что-то ее уже и не разберешь. Полис, симпатичные футболочки. Еще так, давайте уже. А, тут ряд по... А уже мужская пошла по 45. Здесь это тут очень много бренда Полис, 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 69. Ой, симпатичная какая-то, почем? А, не ясно, да? 55. Такая маечка. Ой, вообще чувачок в татуировках. Блин, какая классная. Что это? Полис зебра. Все тут все какие-то полисы. Почем парень с татуировкой? 69. Ой, симпотная. Вот эта футболка симпотная. Так, что у нас здесь? Дизель 299. Такой пиджачишка. А, и шортицы симпатичные. Уже обращала внимание. Мне особенно ремешок нравится. Шортицы по 75. Вот по 75 хорошо. Хорошая цена. Так, ну давайте дальше пройдем. Выходим в еще один зал. Смотрите, вот здесь просто висит 10 дирхам футболки. Разные фирмы, и все они стоят 10 дирхам. Наверное, это когда остался один размер. Возможно, гляну себе что-то, мне бы не помешало пару футболок еще в школу. Серджио Тачини или Тахини по 75. Здесь уже такой магазин-бутик. Тут он абсолютно не похож на тот, скажем, секонд-хенд, который мы видели. Что бы ты ни взял, будет стоить 19, не понял, здесь коробочка такая. 19 открываем, да? Дайте-ка я открою. Помогите! Сейчас, подождите. А, я не открою, потому что она вот этой штучкой открыла. Закрыта, понятно. Ну, не открою, и ладно, не открою. Вот, по 225, это лакоста. Ну, то есть, это меньше $100. Я даже вот напишу вам в субтитрах, сколько это. Это меньше. А футболочки? А вот по 29. Это мне интересно, какой бренд. Что это у нас? Какой-то перформанс? Я что думала, тоже лакоста. Уже думаю, о, лакоста по такой цене. Можно на подарки брать. А нет, а нет. Ой, шортицы классные. Снова этого Серджио. Ну, я не вижу цены здесь на шортицы. Шорты, да, вот несколько вот этих вот бордовеньких. Вот, в нескольких экземплярах. А вот такие симпатичненькие с флавингами в одном. Так, еще вот это вот Серджио Тахини, Серджио Тахини. А что-нибудь покажите мне еще, народ. Давайте, давайте, чтобы я вот... Удивите меня. За 39 рубашечка. Что за курточка? Это уже выбранные какие-то или что? Вот, симпатичный пиджачок такой. И курточка. Что это у нас за бренд такой? Не вижу, вообще не понимаю даже, что за бренд такой. Ну, симпатичная на зиму ходить. О, вот это вот цвет такой персиковый.
была бы такая женская и поменьше 59. Народ вообще ни о чем. 59. Ральф Лорен. Поло. US Поло. Персикового цвета вообще. Классная. Это такие офисные рубашечки, да, вот. Кто учителем работает, по 29. Какой-то The Aviator. Ван Хеусен. Не знаю, прошу прощения, что говорю какой-то, просто я не знаю. Не все фирмы я знаю, опять-таки мои фирмы Adidas, Nike, Under Armour, спортивные. Ну красивые здесь вещи есть, очень чистенькие, очень приятно здесь ходить. Ну и опять-таки хороший знак, я не могу найти Наташу, значит ей магазин нравится, значит она уже застряла. Я думаю, что она из духов еще не вышла, пока я вам здесь все показала. Вот. Ну что, кратенько я вам пробежалась по этому магазину Brands For You, в принципе прикольно. Цены хорошие. Опять-таки, цены, дорогие мои, зависят от вас. Вам нравится вещь, у вас есть денежка? Берите, не пожалеете. Но если вещички нет, ну, денежек нет, тогда уж подкопите. Ну, дай бог, чтобы у вас всегда были вещички, всегда были денежки. Мы начали путешествовать, вся фигня закончилась. На всем с вами прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.